А теперь подробнее об этих и других новостях. На улице Мичурина продолжается строительство школы на 1100 мест. Необходимость ее возведения вызвана острой нехваткой образовательных учреждений в Краскове. Открытие новой школы позволит ликвидировать в поселке учебу во вторую смену. Полным ходом ведем разработку котлована и через 20 дней приступим к монолитным работам. На конец июня земельные работы выполнены почти на 40% от общего объема. Глубина котлована соответствует проектной документации. Под основным корпусом 3 метра, под крыльями более полутора. На стройплощадку уже начали завозить материал, который защитит от грунтовых вод фундаментные плиты. Завершаем подготовительный период. Наши подъездные пути, организацию строительной площадки, части механизации, освещения. Жители совершенно спокойно относятся, нет никаких вопросов ни к проведению работ, ни к организации строительной площадки, ни к содержанию окружающей площадки территории. В настоящий момент на стройплощадке работают 15 человек. Инженеры технического надзора, геодезисты, экскаваторщики и электрики. Четырехэтажное здание школы на 1100 мест построят по соседству с детским садом. Территорию благоустроят и облагородят. Рядом создадут современную парковую зону и обустроят спортивное ядро, где смогут заниматься все жители. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.